Вертушка, да? Ты вот делаешь вертушку, смотри, вот, да? Вот. Пошел сюда, смотри, вот. Вот сюда. Рука вот, видишь, поздно как. И ты вышел сюда, например, да? Вот. Он чуть-чуть тянет вот, руку наверх. Руку наверх, смотри. Я забираю ногу здесь, Забираю второй рукой, уже здесь отрываю его, и могу его здесь бросить. Видишь, жест контроль идет. Вот. Идет контроль. Я, если он туда уходит, я уже эту ногу контролирую. Вот. И еще такой момент. Если он руку потянул наверх, смотри. Вот. Я зашел сюда, он руку тянет наверх, смотри. Я перекрываю здесь, видишь, вот. Вот. Перекрываю здесь, а и идет в другую сторону идет. Что вот на этом такие вот вещи? Вот просто, чтобы вы понимали, что вертушка бывает такой момент, что если ты ее делаешь, вот пошел, да, пошел, и ты не спел, вот ты сторону чуть тянешься туда, вот и пошел, сделал, допустим, сделал, надо здесь, оставаться нельзя, он от тебя резко встанет. Надо выйти вот сюда сразу и плечо выше зафиксировать. Сразу, вот тут хорошо делаешь. Но если ты останешься здесь, опа, он встал, и ты уже остался в опасном положении. Можно дальше крутиться тут, что-то еще делать. Борьба идет, но ты уже 2 балла отдаешь. И удержание хорошая вещь. С любой ситуации ты сделал удержание, с вертушки, бедро, ты выиграл. Не сделал хорошее удержание, он тебя перетащит и там раскрутит дальше. Вот давайте еще чуть-чуть.